Дорогие друзья, я рад вас приветствовать на телеканале Департамента культурного наследия города Москвы. Меня зовут Бурганов Игорь, я художник, скульптор. Я посмотрел в начале канал Департамента культурного наследия. Мне очень понравилось, что здесь выступают профессионалы, говорят о своих работах, о своих находках, о своих каких-то мыслях. И очень важно мне, как художнику, тоже рассказать. Департамент культурного наследия сейчас собрал в себе и заботу о наследии, о реставрации. Также здесь есть отдел, который занимается современным искусством, современными памятниками, монументальными досками. И это очень приятно, что в одних руках сконцентрировалось современное искусство и наше великое наследие. Давайте я немножко расскажу о себе. Еще раз, меня зовут Бурганов Игорь, я художник, скульптор. Также я занимаюсь ювелиркой, живописью, коврами и арт-терапией. Но давайте, чтобы не быть как-то многословным, я покажу какие-то свои работы. Начать мне хотелось с портрета. Это мой автопортрет. Это портрет императора Николая II. Это портрет святейшего патриарха Московского и сия Руси Алексия II. Когда я работал над храмом Христа Спасителя, много с ним общался. Спасибо ему за это большое. И в этот момент я сделал этот портрет, я лепил с натуры и подарил ему один из отливов. Это был великий патриарх, который возглавлял Русскую Православную Церковь в один из важнейших ее периодов. Большая тема моего творчества также это портреты героев Великой Отечественной войны. Это вот портрет в Калуге, это портрет героя Советского Союза Афанасьева, конструктора, который находится в Тульском музее оружия. Вы знаете, для меня также важно, и кроме классического портрета, какая-то творческая составляющая. Это вот сейчас пошли такие фотографии моих творческих работ. И для меня здесь было важно донести до зрителя какие-то свои эмоциональные чувства. Это вот женский портрет, это вот мужской портрет. Здесь вы тоже видите дерево, бронзовый глаз, нос, губы. Вот Тютчев, он лишен, с одной стороны, классичного, с другой стороны, под воздействием его творчества я добавил какие-то свои мысли. Я надеюсь, когда вы будете смотреть на этих портрет, вы вспомните произведение Тютчева. Дальше я хотел бы рассказать, наверное, начну с про Пушкина, потому что совсем недавно был день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Я как раз посмотрел, побывал на Арбате. Этот памятник мы делали совместно с отцом Александром Николаевичем. И сейчас вы видите, он в плачевном состоянии, гранит весь разрушен. Я знаю, что скоро будет реставрация Арбата и очень-очень надеюсь, что также будет проведена реставрация гранитных частей этого памятника. Это уже Александр Сергеевич Пушкин, это также вместе с отцом Выжевский. Дальше мне хотелось, наверное, показать ювелирные произведения. Вы знаете, это подвеска выполненная из серебра. Я принципиально работаю с серебром, золото, первая группа камней, это бриллианты, сапфиры, горячие эмали. И здесь также в центре вы увидите метеорит. Я их покупаю на аукционах специальных. Метеорит — это уникальный металл или камень, но в данном случае это металлический метеорит. Он очень тяжело поддается обработке, и поэтому он находится как бы запечатан в этом медальоне между двумя такими кольцами. Это кольцо посвящено космосу. Вообще тема космоса очень часто происходит в моих работах. И это горячие эмали. Я также хотел сказать, что сейчас очень часто используют холодные эмали. Это эмали с эпоксидными смолами или какими-то другими химическими соединениями, которые очень быстро застывают. Но те горячие эмали, которые вот использую я, это, конечно, уходящие технологии. Все меньше мастеров, все меньше и материалов к горячим эмалям происходит. И она — это очень сложная технология. Допустим, когда вы молотите, растираете эту горячую эмаль, не дай бог там попадет какой-то камушек, это все в печи разорвет. Не камушек, а другое какое-то соединение. Поэтому, но с другой стороны, эта технология проверена временем, и она очень-очень такая радует меня. Это вот тюбики, тоже такая подвеска, космос, бриллиантами, сапфирами. Подвеска синей птицы. Синяя птица — это один из элементов тоже моего творчества, такой же, как и космос. Я очень люблю этот символ, символ счастья. Это вот подвеска с метеоритом. Это сеть, палитра и тюбик для художницы. Тоже вот серьги такие и запонки. Мужской вариант. Это торговый знак такой ювелирного дома. Две буковки «И» и синяя птица в виде буковки «Б». Золотое кольцо. Тоже золотое кольцо, палитра, серьги золотые. Тоже комплект серьги и подвеска. Тоже кольцо с метеоритом. Вот такой небольшой экскурс в ювелирную область моего творчества. Это, между прочим, рука с какими-то знаками, знаками судьбы. И когда это я делал, специально делал, что в наиболее важных местах такие камушки, которые должны как бы укреплять и приносить счастье этим. Дальше я хотел бы показать ковры. Тема ковров для меня очень важна. Я, конечно, их сам не тку, я делаю эскизы. Это очень серьезный большой труд. Ткут их, допустим, 4 девушки за один месяц делают 1 квадратный метр. Это очень тяжелый труд. Но, знаете, когда я потом стал изучать арт-терапию, я понял, насколько он терапевтичный, психологичный, особенно в старые времена. Представляете, все мужчины уходили там на войну или какие-то другие были события, женщины оставались одни в поселении, и ткачество, и которое имеет начало, имеет конец. Также в этот момент они пели, танцевали, то есть чередовали Это очень важный был психологический момент. Давайте посмотрим еще другие ковры. Это вот небольшой фильм. Также я хотел показать свои творческие работы. Это работа называется «Метро». Также я хотел показать свои творческие работы. Эта работа называется «Метро». Это воздушный поцелуй. Это музыка. Эту работу я увидел недавно в музее, ралли-музее в Израиле. Это была удивительная ситуация, что последний раз ее забрали в Лондон, в галерею, и больше я не видел ее, не знал, какая у нее дальнейшая судьба. И потом, представляете, когда находился в музее, иду по залу, ой, вижу свою работу. В неожиданном для себя, как говорится, месте музея. Это работа дерева, это Олимпийская деревня, Московская Олимпийская деревня. Это памятник, посвященный воинам, Первой и Второй мировым воинам в Бельгии. Это рука счастья и птица счастья. Тоже одна из таких символичных моих работ, любимых. Это памятник павшим воинам, от благодарных потомкам. Находится в Москве, рядом с кинотеатром «Авангард». И тоже вы здесь можете видеть синюю птицу. Это тоже синяя птица, такая уже немножко в другом образе. Это находится в жилом комплексе Бутово. Это тоже такой образ синей птицы. Это приз, который вручался за синтез искусств Департаментом культуры и Департаментом архитектуры города Москвы. Ванна. Я вот работаю в разных областях. Это вот такой промышленный дизайн ванны в виде девушки, лежащей в ней. Это победа. Победа. Тяга к победе. Эту работу я сделал в преддверии чемпионата мира по футболу. И она символизирует такое стремление к победе. Это детский парк Фили в Москве. Даже синяя птица с девушкой. Это такая тоже философская работа. Здесь вы видите воду, формы, цвет и переломление, как вода переломляет формы, скульптуру, как она переломляет цвет, и такие, в общем, эффекты переломления форм. Очень такая символическая вещь. Это музей Коломенская, такая экологическая композиция. Это два рельефа стоящие. Это тоже птицы, это город Шаховская. Такая девушка. Тоже синяя птица, это находится в Музее современного искусства. Это конь. Это конь в Броницах. Вы знаете, на гербе города Броницы изображен конь. Но мы хотели придать этому образу что-то современное. И это попытка современного осмысления образа коня. Мы очень переживали вместе с главой города, как это воспримут жители, но жителям эта скульптура очень понравилась. Это квадратный метр московской недвижимости в такой золотой раме. Это рельеф Крик, тоже в бронзе выполнен. Это композиция отражения. Вы видите портрет, а это вот фас, это маска, и когда вы к ней подходите, вы не видите лицо. И только когда, подойдя ближе, вы видите отражение, которое скрывается за этой маской. Это мемориальная доска в Московском метрополитене. Это герой Советского Союза, герой труда Федорова Татьяна Викторовна. И задача, которая здесь стояла, сделать мемориальную доску не в память, а как бы как парадный портрет. И вот поэтому это парадный портрет в золотой раме на полном таком драгоценном камне золотой. А это уже в городе на Тверской улице портрет Горгулюка, это герой Советского Союза, такой слепой летчик, который ослеп, но очень много потом сделал для общества слепых. И здесь мне хотелось использовать цвет эмали. Я специально подбирал их. Я очень переживал, что как они будут себя вести в городе, на Тверской, особенно там много выхлопов. Но вот недавно приезжал, вроде бы пока все нормально. Моя работа мысли. Это моя работа «Ангел-рыба». Я думал, что если рыбы разумные существа, то у них наверняка есть своя религия, и если у них есть религия, то в этой религии наверняка есть ангелы, и вряд ли этот ангел в образе человека. Наверное, он в образе рыбы. Такая тоже немножко философская тема. Это моя любимая художница Зинаида Серебрякова. Была очень такая интересная вещь, как я познакомился с Екатериной Серебряковой. Мы гуляли с главным архитектором Парижа по Парижу, и он говорит, в этом доме живет, была мастерская Зинаиды Серебряковой, сейчас здесь живет ее дочка. Я говорю, можно как-то к ней подняться? Он говорит, вы знаете, она не общается ни с кем. Нет, наверное. Ну, давайте попробуем. И вы представляете, вот в этот момент почему-то она открыла дверь, и вот состоялась такая вот интересная встреча. Я еще раз смог прикоснуться к работам самой Зинаиды Серебряковой. Но также хотел бы сказать, что очень интересные работы и у самой Екатерины. Это такие небольшие театральные коробочки, которые она делала и продавала в период войны, чтобы заработать себе на жизнь. Мне они очень понравились. Это памятник химчанам, отдавшим жизнь за родину в городе Химки. Ну, знаете, также, наверное, было бы неправильно, если бы я не сказал о каких-то научных своих работах. Это экологическая терапия возрождения Дема, которую мы сделали совместно с Александром Ивановичем Копытиным. Глина в арт-терапии, многообразие опыта. Знаете, глина – это один из, не хожу даже древнейших материалов. Это одна из основ, наверное, мира, и насколько и Бог лепил человека из глины, но в последнее время она ушла из нашей жизни, из чистых квартир, офисов, гранитных улиц. Но это очень благоприятный материал и в тактильном вещи, и с точки зрения просто медицинских он благоприятно влияет на кожу. Эта книга как раз об этом. современный ковер. Это методическое пособие, как лепить портрет в скульптуре. Музей в 21 веке. Теория, опыт, практика. Это нормативный документ по регулированию профессиональной психотерапевтической и психологической деятельности в сфере арт-терапии. Это скульптурный портрет в арт-терапии на 4 языках. Такой вот методический труд. Ну, также мне хочется сказать об академии. Это образовательная академия, которая готовит дополнительно профессионального образования, которая готовит психологов, арт-терапевтов. У нас есть отделение скульптуры, живописи. Надеюсь, будет и отделение реставрации. Вот те курсы, которые у нас были. И что очень важно, что я очень люблю это дополнительное профессиональное образование. Это люди, которые приходят, они уже работают в этой области, они знают, что они хотят. Это и с этими студентами очень хорошо работать и вот и в арт-терапии, и в скульптуре, и в живописи. И мне очень, я очень счастлив, что у нас в академии очень опытные педагоги, которые обучают. Ну, а сейчас я хотел сказать о мастер-классе, который мы подготовили специально для этой передачи. Сейчас мы продолжим таким мастер-классом. Я хотел сделать сравнение несколько видов форм. Для образца я взял птицу. Это птица, которую сделал я. Она является одним из символов моего творчества. Такая синяя птица, конечно, здесь не синяя, она сделана здесь из полимера. И мы сейчас попробуем сделать несколько вариантов. Первый вариант это будет, мы сделаем, отожмем ее в глине. Это обычная глина. Также мы попробуем сделать форму из формосила марки Н10. Это наша разработка отечественная, которой мы давно пользуемся. И также мы попробуем Кремен МОЛД-30. Это новый компонент, который мы купили. Мы еще совсем недавно им работаем. Ну, давайте попробуем и начнем. Начнем, наверное, сначала с глины. Для того, чтобы форма лучше снималась, мы используем восковую разделительную смазку. Разболтаем. Я просто плотно руками вдавливаю в глину. И вот сейчас я уже вдавил, видите, она получилась в один уровень с глиной. И теперь можно вытащить. Вот я вытащил. Можно теперь более внимательно посмотреть, что получилось. В этом методе мы увидим, есть свои плюсы и минусы, но самый главный плюс это быстрота. И, наверное, стоимость, потому что глина, она, наверное, это самый вечный материал на Земле, потому что, что бы ни происходило, она всегда останется. Давайте сейчас попробуем следующий вариант. Сейчас мы попробуем жидкий литьевой силикон Кремен МОЛД-30. Вот так вот мы открываем банку. Здесь вот такая еще одна. Видите, он как сметана находится. Так, и, значит, вторая часть его тоже вот открываем. Состав идет 100 к 2, то есть на 100 грамм основной массы мы добавляем 2 грамма отвердителя. Угу. Так, ага. Теперь можно начать мешать. Главное хорошо перемешать эту массу. Так. Теперь можно начать заливать. Так. Когда мы залили, теперь надо также ее потрясти, чтобы все. А сейчас мы попробуем формосил марки N10. Мы его открываем. Ставим весы, нажимаем. Так. Теперь берем второй компонент. Так, открываем. Второй компонент. Так. Теперь мешаем. Теперь мы заливаем так. Также немножко. Угу. Все. Угу. Ага. Вот уже прошло время, и форма готова. Она уже стала плотная, не прилипает. Можно ее снимать. Начинаем мы с пластилина. глина, бортик. Потом мы почистим еще раз пластилин, потому что мы его очень экономно используем в следующий раз. Так. Видите, очень легко отходит силиконовая форма. Вот она получилась. Сейчас мы будем снимать форму, которую мы делали из формосила. Аккуратненько снимаем болтики. Очень хорошо снялось. Пластилин для скульптора важная вещь. Мы очень деликатно и аккуратно относимся, и если есть возможность, всегда его используем по несколько раз. Так. Угу. Очень аккуратно снимаем, очень легко отходит. Угу. Вот что у нас получилось. Сейчас мы будем мешать гипс. Для этого мы берем обычную воду простую. Такая у меня гипсовка, она из резины, очень такая удобная. И сам гипс, гипс Г-16. Это гипс российского производства. Сначала мы наливаем воды. Налили воды. Дальше мы берем гипс. Гипс мы храним в сухом месте, в таких вот баночках или мешках. И потихонечку, потихонечку посыпаем его сюда. Смотрим, чтобы не было каких-то комков. Теперь надо дать какое-то время, чтобы гипс и вода вступили в реакцию. Давайте немножко подождем. Ага. Теперь можем мешать гипс. Его мешаем. Смотрите внимательно, чтобы не было комков и пузырей. Нет точного времени, сколько мешать. Это может быть и 5 секунд, может быть и 60 секунд. Главное, вот еще раз, чтобы не было комков и пузырей. Теперь мы можем заливать гипс в форму. Надо заметить, что мы не смазываем силикон воском или другими какими-то смазками, потому что он сам по себе уже обладает такими отталкивающими функциями. Так. Теперь вот очень важно, еще еще раз потрясти, чтобы ушли пузырики. Так, вот эти вот пузырики, вот они уходят оттуда, если они есть. Так. Все, значит, теперь мы будем ждать, когда... Вот мы залили все наши три образца. Еще раз, это из глины. Это один силикон, это второй силикон. Теперь нам осталось только ждать результатов. Это всегда волнительная вещь. Смотреть, что же получится. Но нас от нашего конечного результата отделяют несколько десятков минут. И мы узнаем результат. Так, ну что ж, прошло достаточно время, гипс схватился, и мы можем начать уже доставать форму. Видите, очень легко отходит, очень легко. Также легко отходит здесь. Угу. Угу. Так, ну что ж, давайте теперь посмотрим на результат. Угу. Ну, что можно сказать, что эти два силиконовых компаунда показали свою эффективность. Я могу сказать, что, наверное, они равнозначны. Таких каких-то сильных изменений я не вижу. Что касается глины, которую мы тоже сравнивали. Ну, во-первых, вы видите, она немножко цветная. Это, конечно, из-за того, что покрасилась глина. Когда мы помоем ее водой, она будет такого же белого цвета. Здесь, конечно, качество формы чуть-чуть слабее. Но мне кажется, что, конечно, надо выбирать под какие-то конкретные вещи. Потом надо очень важно сказать, что вот эта форма, она первая была... вся на выход. Она была довольно-таки простая с точки зрения формовки, поэтому мы взяли ее для образца, потому что, конечно, в глине уже какую-то сложную форму с заходами сделать будет невозможно. Это тоже надо понимать. Потом, конечно, надо понимать, что глиняная форма, вот она здесь, она уже не выдержит еще одну отливку, в то время как эти формы нисколько не изменились, не изменилось их и качество. Это дает возможность делать большое количество отливок. Что можно еще сказать? Ну, наверное, еще раз я смотрю, пузыриков нет, ничего нет, все нормально. Ну, мне, наверное, если говорить из этих двух компонентов, наверное, надо выбирать каждому, что проще. Оба качественные, оба хорошие. И глина, я тоже бы не скидывал бы ее со счетов, еще раз я хочу сказать, это... хороший природный материал, и при простых таких отжатиях, при простых формах она также очень эффективна. Еще раз хотелось отметить, что для реставрации важно, конечно, применять, наверное, силиконовые компаунды, потому что они не дают деформацию, глина... возможно, может дать информацию, когда ты ее вынимаешь, особенно мягкая. Но я также хотел бы сказать, что мы всегда, прежде чем работаем и над своими работами, как я, как творческий человек, и когда делаем какие-то реставрационные работы. Всегда, прежде чем что-то делать, мы проверяем каждую партию, каждый кусочек и гипса, и силикона, на каких-то делаем маленькие пробы, потому что все-таки, ну, всегда ценности, и как художник своя работа, как относишься как к ребенку, и реставрационные вещи, это тоже наследие, всегда, в общем, тоже бережно и с придыханием берешь их в руки и работаешь с ними. Вот и подошла к концу наша передача. Я очень благодарен тем, кто досмотрел ее до конца. Спасибо вам большое. Спасибо еще раз Департаменту культурного наследия. Очень рад, что вы были со мной все это время. До свидания.